Пешеходы рискуют своей жизнью, выходя на проезжую часть. А с уменьшением светлого времени суток и неблагоприятными погодными условиями опасность возрастает. Какие правила нарушали междуреченцы и сколько аварий было за неделю в сводке? За неделю в Междуреченске зафиксировано 10 происшествий на дорогах, все с материальным ущербом. Выявлено 414 нарушителей, 28 водителей не пропустили пешеходов, 8 автомобилистов неправильно перевозили юных пассажиров и 5 водителей сели за руль пьяными. Нарушителей много, показала массовая проверка. По результату рейда выявлено 140 водителей. Не по правилам маневры, проезд перекрестков, неисправные авто. Третье воскресенье ноября – Всемирный день памяти жертв дорожных происшествий. Во всем мире ежегодно погибает более 3000 человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших – молодежь. Цель дня – почтить память жертв и выразить соболезнования. Ученики 23-й школы приняли участие в акции «Мы помним». Почтили минуты молчания погибших. Учителя рассказали об ошибках юных пешеходов и об опасностях, подстерегающих в зимний период. Также организовали выставку рисунков, посвященную правилам на дороге.